Всем привет на канале Мосолимп. Сегодня у нас в работе Равон R2. Автомобиль уже разобрали. Сейчас подготавливаем поверхность проклейки. Все будем обезжиривать, вымывать. Пока краткий обзор по штатной шумоизоляции. Можно сказать, по ее отсутствию. Вот такое вот дно у багажника. Голая арка. Небольшая полосочка по левой стороне, по правой вообще тишина, ни одного кусочка вибра. Разобрали также крышу вот этого автомобиля, скинули. Та же самая картина, вот такой кусок вибра. Назовем ее штатной, приклеен. Производитель, вот так она отвалилась. Все. Двери автомобиля. Тоже мастер подготавливает, все обезжириваем, вымываем. О, обзор по шумке в дверях. Вернее, по полному ее отсутствию. Вообще ни одного кусочка в дверях нет. Виброизоляции. Металл звучит как барабан. Соответственно, весь шум с улицы идет, вибрации по кузову и так далее. Разобрали салон автомобиля. Что мы видим здесь? Впереди автомобиля тоже никак не обезшумлен, ни одного кусочка вибра. Ну и сзади, в местах задних пассажиров немного проклеили. Как следствие, все это ведет к вибрации, к шумам, беспокоящим водителя. Все это мы проклеим, обезшумим, и будет в автомобиле комфортно. Приступаем к работе.